Яндекс Ньюс. Каждую вторую среду в 13 часов слушайте программу «Другой мир». Здравствуйте! В эфире программа «Другой мир» и ее ведущая Татьяна Доля, звукорежиссер Родион Золотарев. И сегодня у нас гость онлайн Любовь Карлова, праноед, автоном, практик здорового образа жизни, тренер позитивного мышления, а также певица, автор, композитор и мама и жена. Здравствуйте, Любовь. Добрый день. Здравствуйте. Сегодня у нас такая тема, вот как раз вот прямо другой мир. Хотелось бы поговорить, чтобы вы поделились своим опытом о безграничных возможностях человеческого организма, как вообще можно обходиться без физической еды, как можно жить. Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, как вы к этому пришли. Вы знаете, я совершенно не подозревала, что такое возможно на самом деле. И только годы углубленного изучения своей природы привели меня к тому, что, оказывается, наше естественное состояние, когда наш сложно устроенный организм синтезирует все сам. Вы представляете, у нас есть внутренняя вода, вплоть до пресловутого В12, о котором так много все говорят. Все микроэлементы, все абсолютно чистый, подчеркиваю, чистый организм может синтезировать сам. Потому что когда человек кладет еду в себя, то включаются мощные резервы для того, чтобы это расщепить по кирпичикам и так далее. Потом это нужно утилизировать. И это мощная работа. Но, как показывает практика, как показывает опыт, когда по мере очищения организм, наше тело драгоценное становится все чище, все отзывчивее, оно такое мудрое, оно подсказывает, оно ведет, ты просто диву даешься. Я на самом деле до сих пор изучаю себя, я исследую себя. Ну, честно сказать, сама очень удивлена многим вещам. Этому процессу. Я правильно понимаю, что вы уже практически 5 лет не едите еду и, в общем-то, не пьете. Я не говорю о том, что какие-то бывают так называемые откаты. Как и у вегетарианцев, как и у веганов, как и у сыроедов. У всех, наверное, этот процесс примерно похожий, да? Когда человек становится на такой путь и постепенно переходит на более высокие вибрации и, соответственно, периодически его выкидывает назад. Это нормальный процесс. Но на самом деле вы уже практически 5 лет находитесь на праноедении. Да, сейчас поподробнее об этом расскажу. Да. В 17 лет в моей жизни появилась первая моя духовная учительница Тоня, и она впервые повела меня. Это было лечебное голодание. 17 лет. Сейчас мне чистых 42 года. Вот теперь понимаете, сколько лет я в этом. Но глубинно я стала погружаться в 12 году. Когда перешла на сыроедение, я 12 лет не могла иметь детей, и вот замаячила на горизонте информация о том, что существует сыроедение. Я стала интересоваться, чиститься по Марве Оганян. Да. Есть такая удивительная врач. Да, знаю, конечно. Да. И все, я провела колоссальные чистки, неоднократно я работала по системам Жданова, когда там только с водичкой работаешь, по Порфирию Иванову, когда там уже дни без еды, но о пранопитании, праносиянии, о солнцесозерцании я вот к моему стыду не знала. Вот вы понимаете, что-то где-то там на горизонте, но я не углублялась в это. И вот однажды, когда в очередной раз я выходила, значит, из промежутка, вот у меня была такая схема, 18 часов в пятницу, полностью суббота, воскресенье в полдень, я выходила вот в этом, вот из этого промежутка без еды по Порфирию Иванову, да. Я почувствовала,
что я не хочу никуда выходить, ни на каких соках, ни на каких травах, и я так замечательно себя чувствую. Но я-то понимала, программы с измальства нам заложенные, транслированы, да, были, что это невозможно, Таня, что так нельзя, ты умрешь, что... Ну, это даже не обсуждается, да, но, по крайней мере, я так воспитывалась. Да. И вы знаете, я вот так стихийно набрала в интернете, ну, как-то какая-то фраза вот идентичная тому, что я сейчас скажу, там, жизнь без еды, вот что-то пошло у меня, какая-то вот такая вот, вот такой вопрос, и у меня вышел Прохлад Жани. Человек 70 лет, значит, без еды, без воды. Я и слышала вот, о нем, да. Ум, он не верит. Вот я прекрасно понимаю тех скептиков, ну, а чего мы должны ждать? Это вообще совершенно неудивительно. И так же точно и я. Но вы понимаете, где-то внутри меня отрезонировало. Вот такой резонанс пошел. Я тоже так могу. Вот словами это практически не передать. Невозможно да, объяснить. Да, да. Да, и я тайно, я не сразу рассказывала об этом, не ем день, не ем, неделю не ем, две недели не ем, месяц не ем. Муж так на меня поглядывает. Ну, а ты попробовала сама-то, ты тут понаготовила, ты сама-то... Да-да, я когда готовила, попробовала. То есть я не решалась сказать, ну, просто как вам объяснить, вот родным, например, ну, будет давление, да, они начинают переживать. Игорь, мой муж, он более-менее в теме моих вот этих вот духовных поисков и так далее. Да, да. Но чтоб такое, я стала его постепенно подготавливать. То какую-нибудь лекцию, фрагмент там Галины Ильшарас, то кусочек там Зинаиды Барановны, что это вообще возможно. И вот он начал надо мной подшучивать. Вот. А потом смирился. И вот вы знаете, шли годы, и вот я оказалась в настоящем моменте. За этот период, вот когда я перешла на прану, ну, то есть в голове произошло переключение. Конечно, это, конечно. 15 августа 2014 года, что ли, я уже запуталась. Вот, кажется так, да. И потом, когда я пребывала вот в этом режиме, я продолжала на солнышко смотреть, когда, знаете... Восход, и до того момента, пока оно в зените, вот пока на него приятно смотреть, что, кстати, я и в детстве уже практиковала, совершенно понятия не имея, что это практика. Вот, и я обливаюсь холодной водой зимой, окунаюсь в прорубь. Но я к чему это говорю? Что это как вот такие розеточки к солнышку, солнцесозерцание, да, конечно. Она питает. Прана едет, если мы глазки прикроем, будут бегать вот такие вот маленькие нейрончики. Воздухом мы питаемся, в воздухе столько воды. Понимаете, огнем на огонь, когда смотрим, и так далее. Взаимодействуем, когда с другими людьми. То есть мы уникальные существа, и мы как розеточки можем подключаться к разным источникам до того момента, пока ты сам не станешь этим источником. Когда у тебя внутри появляется вот это солнышко, когда оно греет тебя зимой, когда ты сидишь, медитируешь на снегу. Вот у меня много видеороликов, ребята меня просят записать. Там вьюга, снег идет, а я, значит, вещаю там, ну, по какую-то тему небольшую беру и рассказываю там из твоего опыта кусочки. Вот. На сегодняшний момент, вот вы понимаете, почему так много людей интересуются этим, что даже вот вы мне позвонили, и мы стали планировать эфир. Дело в том, что, ребята, огромное количество людей повернулись в эту сторону. У нас на физиологическом плане произошли изменения. Сейчас больше таких людей, чем каких-то, к примеру, 100 лет назад. Почему? У нас произошли, как ученые наши официально объявили, произошли изменения в нашей клетке. У нас центросома была обозначена как просто точечка. Она была... неактивно. Сейчас центросома активизировалась, и митохондрия покидает клетку. То есть мы уже изнутри светимся. Вы заметили, что происходит?
люди просыпаются, люди интересуются глубинными какими-то вещами, уже их вот этими фрагментами фальсифицированной истории, уже это все не берет, уже знание идет изнутри, и человек, если он прислушивается к себе глубинному, к вот этому «я есть присутствую», ну, терминов много. Да, да, да. Если он к себе прислушивается, все, он исцеляет уже своих родных, близких. Он уже и живет осознанно. И к питанию у него совершенно другое отношение. Питание, пить. Конечно, потому сейчас совершенно другое время стало. Я с вами абсолютно согласна. Даже просто возьмем 10 лет назад. На самом деле я, когда лет 25 назад я начала вегетарианство, и я достаточно, наверное, лет 20 я была вегетарианкой. И вы знаете, когда я приходила к врачам, они все говорили, если у меня какая-то проблема была со здоровьем, если я вдруг говорила, что я вегетарианка, они говорили, ну тогда понятно, почему у вас проблемы со здоровьем. Да? То есть это было уже классика жанра. Да, я уже, в общем-то, на это не обращала внимания, да. Но на самом деле, если мы посмотрим на молодежь сейчас, действительно, сейчас замечательное время. Молодежь, она вся, если раньше мы видели курящих, пьющих, толпы молодых людей, сейчас сплошной здоровый образ жизни. Правда, всем хочется, хочется чистоты, хочется высоких вибраций. Каждый подходит к этому настолько, насколько он готов. Да, и, безусловно, для того, чтобы, это мое мнение, вы меня поправьте, если я ошибаюсь, для того, чтобы перейти на праноедение, должна быть серьезная подготовка, потому что это все-таки уровень развития сознания человека, прежде всего. Просто так взять и перестать есть, тут мы никого не призываем, не дай бог, наши слушатели сейчас слушают. Безусловно, к этому нужно подойти достаточно серьезно для тех людей, кому это отозвалось и откликнулось, да, и возможно, нужна достаточно серьезная чистка и организма, то есть подготовка к этому, вероятно, да? Может быть, в вашем случае было все немножко там иначе, но если вот обычный человек, который вот сейчас бы захотел там в возрасте не детском, не молодом перейти, то, соответственно, наверное, нужно это делать постепенно, вот как ваше видение? Да, ну вот хочу прям по порядку. Мы начали с молодежи, да. Что сейчас такое интересное время. Да, действительно, сейчас время выбора. Выбора, а это самое ценное, потому что свободу воли никто не отменял. И вот сейчас сформировались некие две крайности, когда молодежь действительно во все тяжкие, я констатирую факт, и другой нас радующий, вот, вторая категория, где люди там начинают закаляться, молодые люди, да. Они ведут здоровый образ жизни, они интересуются питанием, они экспериментируют. И вот это просто замечательно. Это удивительно. Замечательно. Это просто как елей надо. Да, да. Это первое. Второе. Относительно подготовки. Безусловно, в моем случае это было последовательно, постепенно. То есть я вегетарианила много лет подряд, веганом была, на сыроедении была долгое время. Потом у меня был период жидкого питания, который там фрагментально перемешивался с фрукторианством. Да. Ну, что такое фрукторианство? Это когда там немножко есть и овощей, и зелени, но все равно превалируют фрукты. А вот жидкое питание, где там я делала акцент на квасы, ерёминский квас, к примеру, был фаворитом, это просто капуста и вода, все. И там образовываются дружественные нашему организму симбиотные бактерии, и потрясающая чистка происходит, и вот тебе, пожалуйста, жидкое питание. И я полюбила зеленые коктейли в тот период. Но вот сам переход, это было лето, это было изобилие продуктов. Вот сам мой переход, вот это моя переключалка, когда произошла. Я очень люблю арбузы. Прям огромное количество арбузов. Ну, думаю, вот я теперь оторвусь. И что-то внутри меня произошло, и я поняла, что я больше не буду есть. Вот вы понимаете? И все, с тех пор я просто перестала это делать. Но я пила. Я пила иногда. Все реже и реже я пила. Но пить какое-то время я продолжала. Потом раз, например,
профигурировал в пространстве откат. Я это называю возвращение. Да, да, да. Ну как это происходит? Ну, например, пришли ко мне друзья. Все уже в курсе, что я не ем. Я тут что-то рассказываю. И тут оп, и я уже грызу морковку. Таня, Вера говорит, ты что делаешь? А я, вы представляете, неосознанный. Вот это называется неосознанный откат. Конечно, конечно. То есть у тебя уже переключилось, а тело, ну как вы правильно сказали, приливы и отливы, а тело подтягивается, оно какую-то программу вспомнило, и оно отреагировало. Все, произошел откат. Там за морковкой какой-то авокадо я увидела, немножко салата. И какие-то дни, я понимаю, так, угу, по самочувствию, вернулась депрессия. Ну, это в моем случае. Да, конечно, потому у каждого по-разному. Когда я пребываю без еды, я в состоянии счастья пребываю. Если еда попадала, уже с тех пор, если еда попадала в мой организм, я просыпалась и, ну, вот вы знаете, какое-то... Ну, как будто я что-то не так делаю, как будто я вот, ну, зачем я пихаю в свое драгоценное тело, в храм души, ведь я прекрасно обхожусь без этого, и энергии много, и чувствую себя великолепно, и так далее. Понимаете, и что я делала, это мой такой секретик, я находила какую-то очередную чистку. К примеру, там чистка эвкалиптом. Думаю, если так программа сработала, организм среагировал, значит, мне надо еще почиститься. И, пожалуйста, я вот чищу, делаю кружки эсмарха с, значит, эвкалиптом, эфирное масло там по 2 капельки, да. Вот как раз вот в эту жидкость. Попиваешь утром, вечером. Все, организовалась чистка во время этого отката. И потом я вновь уже прыгаю вот в это состояние неедения, пребывания вот в своем, да, вот этом, в том, в чем мне... Да, вот, да, вот, комфортно и хорошо, да, да, да. Да, да, да. Вот, потом же идет время, месяца идут, один за другим, а потом раз, и опять что-то происходит. Например, в семье какое-то событие, и там, ну, оказалось рядом за столем, бах, тебе кто-то там сунул, ой, попробуй, я там готовила всю ночь, а он даже понятия не имеет, на как я там живу, там у себя, в своем вот этом мире. Мире, да, да, да. Вот, и... Таких откатов у меня было 9 разных по длительности. Были буквально дни, были, вот говорю честно, было там что-то 1.5 недели, но это вот в моем случае, ну какое это было уже мучение. Вот говорят, получайте удовольствие от еды, я уже никакого удовольствия не получала. Получала, да. Да. Любочка, извините, мы сейчас прервемся на рекламную паузу и продолжим наш эфир. Mix News. Мы продолжаем наш прямой эфир программы «Другой мир». С нами пранаед Любовь Карлова. Если есть у кого-то интерес задать вопросы в прямом эфире, наш телефон 67213939. Слушаю вас, Любочка, извините, что мы вас прервали. Вот относительно чисток. Вы знаете, это серьезная тема. Дело в том, что в омут с головой, безусловно, бросаться не стоит. Потому что, например, вот эта вот нагремевшая история, когда с книжкой «Дзюзюхин» ушла пожилая женщина, читая молитвы и прочее. Но, вы понимаете, молитвы – это чудесно. Верхние чакры должны работать. Но мы же в плотном физическом плане, поэтому и нижние чакры должны быть. Для этого. Немножечко поправьте микрофон, чтобы мы вас хорошо слышали. Немножко звук хуже стал. Для этого нужно чиститься. А вы знаете, у меня все в порядке с микрофоном. Да, тогда чуть-чуть поближе к микрофону, как-то чуть-чуть хуже стало слышно. Понятно, что нужны сначала чистки. А нужно ли какое-то поступенчатый переход? Или же могут быть разные варианты? Ну, например, сначала переходит человек там, на вегетарианство, потом на веганство, потом на сыроедение. Или же можно какие-то этапы пропустить? Как вообще происходит это? Танечка, все зависит, ну, буду говорить как есть, все зависит от загаженности организма. Организм, конечно. Если в теле букет уже и камешки, так почисть, помориться, чтобы они
смягчились яблочным соком, потом они уже выведешь ты магнезий и так далее. То есть если у тебя, я имею в виду абстрактно. Ну, я понимаю, ушла, конечно. Уже там кавалькада болезней, если надо грамотно к этому подходить, чувствовать себя. Но в любом случае не помешают хотя бы эта формула по Парсилию Иванову, которую я уже произнесла, когда в пятницу входишь в объедение, в субботу полностью ты без еды, и в воскресенье ты выходишь в полдень в объедение пищеварения. Понимаете? То есть, если вы организуете в своей жизни вот эту формулу, и это будет такой для организма плюс. Это замечательно. Сложно переоценить значимость вот такой системы. Вот у вас есть маленький ребеночек. Вот по поводу детей, как детки, можно ли их сажать на праноедение? Или же все-таки нужно дождаться того момента, когда они сознательно примут это решение и захотят сами войти в это состояние и попробовать, глядя на маму, там, папу, я не знаю? Услышала. Никого, конечно, сажать не нужно. И переводить ни на что не нужно. И все это полюбовный процесс. Когда человек созреет, он осознает, как мама, папа. Вот так. Мы его только поддержим. Вот. А так, естественно, я все делаю. Сыроедное, богатый стол, где я изучила, идет сочетание. То есть несовмещенные белки с углеводами. Ну, я имею в виду в грубой своей форме. Вот. Это все нужно изучить, если ты не один. Если ты сам по себе отшельник, пожалуйста, вот ты на монорежиме, и ну, ты конечно, прыгаешь. Ну, конечно, конечно. С того же амаранта ты прыгнул, и вот ты находишься на неедении, на пранопитании. А если у тебя семья, то ты можешь быть семь пядей во лбу, но ты должен осознавать, что вот это чудо, которое ты родил, и вот этот вот возлюбленный человек, твой попутчик, который рядом, они вот какие есть. Конечно, да. Вот. По крайней мере, ну, я призываю всех женщин, от нас очень много зависит. Мы же берегини, мы очаг. И какой мы сделаем для них столик, то они будут есть. Даже вот если, например, постепенно к этому переходить. Вот когда я, например, только изучала эти темы, муж мне говорит, ну да, так все прям интересно, вкусно, ну а есть-то когда будем? Понимаете? То есть нужно время, нужно время. И ты учишься что-то интересное, вкусное для них готовить, но сырое, живое питание, по крайней мере, для тела это лучше. Вот, и наступает момент, когда уже твои близкие интересуются, слушай, а действительно, ты ведь выглядишь классно, ты и не спишь практически, ты более энергична, что же за такие секреты, и ты им уже рассказываешь, то есть ты не навязываешь. Это очень важно, да, это очень важно, потому что очень многие начинающие, они действительно сами фанатеют и заставляют фанатеть всех окружающих рядом, да. Поэтому, знаете, я когда смотрела какой-то из ваших эфиров в Ютубе, и там в комментарии был один очень забавный комментарий. Там, видимо, кто-то слушал вас, который совершенно не имел отношения к этому всему процессу, и для него, видимо, было просто интересно, мужчина какой-то, и он так и написал, о, да она живее всех живых. То есть он, в общем-то, даже не мог представить, что человек, который не кушает и не пьет, он, ну, откуда же он берет энергию, да? Я когда рассказываю, что я сейчас познакомилась с разными праноедами, и мне очень интересно с этими людьми общаться, потому что первым был, по-моему, Дмитрий Лапшинов, он первым был, никто ему не верил, там все говорили, надо проверить и дежурить, и смотреть, ну, то есть это реально было так, в то время это уже прошло сколько лет. Вот, сейчас люди воспринимают это уже действительно, как вы и сказали, ну, абсолютно нормально, для ну, какой-то уже отдельной категории людей. И для него, видимо, было, вот для вашего комментатора, было такое удивление, что у вас есть энергия.
То есть он так и написал: да, она живее всех живых. Понимаете, действительно, энергия есть, и людям, ну, неподготовленным, им трудно понять, откуда же она берется, потому что какая-то часть людей, она получает энергию, в принципе, в большинстве своем, как они думают, ну, из еды. Да. Сейчас поясню, подробно. Дело в том, что когда человек худеет на вот этих вот всех переходных периодах, почему там пугаются и прочее, да, уходят больные, все вот эти полумертвые клетки. Тело обнуляется, оно выбрасывает вот этот подкожный жир ядовитый, а там вот эти консерваты, спрятанные яды, ну, чтобы тело не погибло. Например, человек скушал что-то мега вкусно в Макдональдсе. Я сейчас не конкретизирую, я даже просто дома. Я съел какое-то вкусное блюдо, но оно абсолютно невидовое. Оно вообще, тело наше, оно даже не считывает информацию. И оно прячет, распихивает по разным местам в организме. И потом это все начинает распаковываться. Почему все так боятся кризов и говорят: вот это невозможно, потому что можно погибнуть? Ну, конечно, можно погибнуть, потому что могут гельминты пойти, паразиты, грибов там сколько. Одна кандида чего стоит? Это те люди, которые булочки все эти любят. Да, это да, вот кандида, да. Потом ее попробуй выведи. А паразитов там целая когорта, да у всех циклы разные, да есть такие, прям человеком управляют. Это уже никакой не секрет, это вот... Это все уже слышали, конечно, знают. Они изучат эти темы, это прозрачно, ученые об этом говорят, это все документально. Ну так вот, к чему я это говорю? К тому, что если человек заболел дистрофией, вот некоторые говорят, вот он ходит, ну, буквально как уже сносит его ветром, конечно, паразиты едят его. Поэтому-то мы с вами... Сегодня говорим о чистках. Не нужно этим пренебрегать. Обязательно надо почистить лимфу на берегу. Обязательно надо почистить кровь. Обязательно надо почки почистить от вот этих камней, чтобы смягчение произошло. Они фрагментально выйдут. Некоторые не будут дискомфорта уже такого доставлять. Обязательно почки надо почистить. И все это идет в кишечник. И кишечник должен быть чист. Ну, понятно, делаем конечно. Делаем смело бесконечные кружки эсмарха. Вот некоторые мне говорят, а можно без них? Конечно, можно. Если вы очень молоды. Да сейчас, если мы посмотрим даже на молодых. Да, да. Так организмы запичканы продуктами. Я повторюсь, надо же так было любить человечество, чтобы в продукты питания насовать столько всего. Е612, глютамат натрия. Я уже не говорю о генной инженерии, которая на ДНК даже влияет. Вот эти вот бесконечные, то формальдегид добавляют уже. Ну, уже яд ядов, ну и так далее. Ну, чтобы подольше там срок годности был и прочее. Вот. Поэтому чиститься надо и молодым тоже. А взрослым так, которые Крым и Рим и медные трубы прошли, они десятилетия. Ну, Любочка, вот я, например... организм, их пичкали с измальства, сами знаем чем. Понятное дело, надо чиститься. Ну, вот... И однажды тело, оно же мудрое, оно начинает нас вести. И если мы его слушаем, мы увеличиваем дни без еды. Потому что мы в естественном состоянии своем, мы комфортно себя чувствуем, и мы соединены с природой. Мы не какая-то там отдельная, какой-то фрагмент, какой-то аспект. Нет, и есть природа, вот этот листочек, цветочек. Мы и есть природа, уникальная часть природы. Вот так. Ну вот вы знаете, я почему хотела остановиться на этом вопросе, потому что я видела довольно много, ну не много, но видела людей, вот веганов, например, молодых людей, ну честно скажу вам, ну в нем вообще не то, что жизни нет, он может быть и не ест там мясо, он может быть не ест, но он абсолютно не живой, у него энергии нет вообще нулевой полностью, да, и такие вот есть молодые люди. И это, наверное, все-таки действительно зависит от того, что так же, как и на вегетарианство, нельзя переходить, просто перестать есть мясо. Да, все-таки там нужно включаться и в другие процессы для того, чтобы эта энергия была. Потому что очень многие люди, они наслушавшись, начитавшись, насмотревшись, они просто перестают что-то есть, ну, в зависимости от того, на что они переходят. Но я видела людей, правда, они выглядят совсем нездорово.
Ну вот с моей точки зрения, да? И, вероятно, это и есть вот то, о чем вы говорите, что это, правда, неподготовленный подход. Это целые пласты. Мы сейчас немножко обобщаем, а обобщать это нежелательно. Вот смотрите, да. Кто такие вегетарианцы? Они кушают мертвую еду, вареную мертвую еду. Они любят манную кашу, картошку эту, то жареную, то пюре. Эти самые макароны, уж забыла, как называется. Смотрите, что происходит. Смотрите. Ест он макароны, мука и вода. Можно замечательно клеить обои, клестер. Вот так забиваются сосуды. Вот тебе, пожалуйста, инсульты и тебе, пожалуйста, сахарные диабеты первый, второй. Еще если молочные, паразиты очень любят молочные. Что такое молочные? Когда, например, мамочка кормит своего младенца молочком, там в молочке содержатся вещества, которые держат этого ребенка рядом с мамой, чтобы он там не попал никуда, ну, то есть пока он не защитен перед окружающей средой. Как только он бросил грудь сосать, то есть все, наступает момент, когда никакого молочка и смежных там всяких кефирчиков, ряженок и так далее. Никакого молочка, потому что это белковая структура, она конфликтует с нашим белком. И что в итоге? Сопли, гной. Ну, понятно, вот, да, да, да. Мы разобрали слизь. Макароны. Да, да. Далее, картофель. Что такое картофель? Почему наши предки так долго отказывались от картофеля? У них были амарантовые поля. В амаранте сквален, он продлевает жизнь. Ну, вот это вещество, там, если разбирать биохимию. А что картофель? Амарант любит свет, а картофель боится света. Вот эти зеленые бочки, там яд. Вы понимаете, а кормят с измальства картофелем, умаляет жизнь, уменьшает количество жизни. Дальше хорошо. Что они еще едят? Манку. Это, пожалуйста, тебе гной в легких, это бесконечные сопли и все вытекающие вот эти вот все бронхиальные дела, ну там астма, ну там перечень, он большой, понимаете? Все идет оттуда, а вроде они не едят мясо. Я про мясоедов вообще молчу. Вот мне позвонил, говорит, а я так люблю этот бифштекс с кровью и хочу, говорит, у вас индивидуальную консультацию. Ну и мы сделали с ним там встречу. Да. Я его еле уговорила на эти кружки эсмарха и сделали с ним, знаете что, Чингисхана чистку, из него бычий цепень вышел. Вот вам, пожалуйста, любовь к этим мясным продуктам. Вот он кайфовал от этого бифштекса с кровью. Он ли кайфовал, Таня? Он ли? Или те паразиты, которые любили это? А сейчас он даже смотреть в эту сторону не может. Он радуется жизни и так далее. Я говорю сейчас про мясоедов. Я рассказала про вегетарианство, что они едят мертвую пищу. Я вот общалась, у меня есть подружка, девочка, она, ну что, энергии нет. Ну, конечно, ты вареное пихаешь в себя. Рис этот вареный булкой заедает. Ну, я же мясо не ем. Ну, не ешь ты мясо. А вот эти твои прыщи бесконечные и так далее. Потом переходит человек на веганство. Что это? Это он не кушает животное, и он уже не кушает и яйца, и молочный низ. Но он улетает вареное. Конечно, у него не будет энергии. Теперь возьмем сыроедов. Они уже более-менее, они худенькие, но живчики. Но в большинстве своем все погрязли в срывах. И вот говорят, вот он же сыроед, почему он так плохо выглядит? Да потому что накануне он напихал опять в себя, сорвался, а уже там симбиотная микрофлора организовалась в организме, и некое предательство организму состоялось, потому что опять должны включиться какие? Бактерии. Патогенные, гнилостные, ну, чтобы переварить вот то, чем, на что он сорвался. И там происходит война в организме, и он выглядит, ну, никак просто. Надо иметь внутреннее устремление, и, может быть, я поделюсь вот своим примером. Я сделала некий маячок, когда прыгала с ступени на ступень, я как будто бы якорила за какую-то дату, за какое-то... Ведь, ну, мы же понимаем, что такое вот сила воли, это мышцы души, то есть без силы воли никуда. Но не только она, но и тело ведет нас. То есть мы еще и чувствуем себя великолепно. Ну так вот, это я поговорила про сыроедение, почему не очень хорошо себя чувствуют. Чиститься надо. Паразиты не дают человеку спокойной жизни, высасывают все соки. И мне вот говорят,
я же столько лет, значит, на сыроедении, я уже делал и тройчатку, и так далее. Я говорю, а сейчас что? Ну, а сейчас я вновь вернулся, я там кушаю, то-то, то-то. Я говорю, так вот как раз за этот период, пока ты вернулся, ты уже нахватался. Но если всё, что было в прошлом, да. Прошлое забыто, будущее закрыто, есть только настоящее. Отвечай за себя сегодняшнего. Ты, может быть, благодаря этим чисткам вообще жив. А то бы уже давно ушел, как вот... Не секрет, что сейчас происходит. Просто, на самом деле... Люди но в любом случае, наверное, у вас, помимо вашего устремления, были же кто-то, кто вам помогал, учителя, с кем вы начинали следовать этому пути. И, наверное, здесь очень важно, конечно, общение. Я просто вижу, что ребята, занимающиеся праноедением, автономы, они все объединяются в свои какие-то группы, друг друга поддерживают, друг другу помогают переходить. Кто-то обучает, как и вы, в том числе консультирует. Да? То есть, наверное, без такой поддержки, в общем-то, трудно и практически невозможно это сделать самому, одному. Должен быть кто-то, кто будет все время, ну, как это сказать, поддерживать и вести. Когда переходила я, информации, конечно, не было так много, как сейчас. Как сейчас, сейчас вот открываешь интернет, сейчас настолько много интересующихся и пробующих, огромное количество, что вдохновляет тех людей, которые вот новички в этой теме. Я когда переходила, ну, были единицы. Была эфемерная Джазмухин, которая, ну, где-то далеко там, и она очень так только обозначала вот эти какие-то моменты, о которых я так много говорю, о чистках и так далее. Там вот духовность, и я... тоже согласна с этим, действительно раскрываются в тебе невероятные просто силы именно твоей духовной природы. Я согласна с этим. Потом я немножечко работала с лекциями Галины Шарас. Я не соприкасалась с ней, не знакома. Чуть-чуть с Зинаидой Барановой. В основном я слушала сама себя. Но у меня тоже был опыт, благодаря вот тому, что я много чистилась, благодаря тому, что я много литературы прочла, да. Вот разного характера, но все равно я заметила, что все школы, все религии, они все равно ведут к одному в итоге. И я эту фишку просекла, я это поняла. И поэтому в моем случае и фильтр стоял, я не слишком близко к сердцу воспринимала ошибки каких-то учителей, может быть, отговорки, или наоборот, если кто-то прям зовет в бой. Я тоже очень внимательно относилась. Я больше слушала себя, да, потому да, что да. Я с детства человек упертый, я вот такая очень настойчивая, и всегда меня ругали за это. Но в данном случае мне это помогло, потому что я не прислушалась никому рядом со мной, не было никого, кто бы меня вот прям реально поддержал. Спустя время, когда им надо было только смириться, потому что я и есть их в их пространстве, ну, я либо родственница их, либо я жена их, либо я мама их, и этим всем моим любимым я только своим примером смогла показать правильность своего пути. Любочка, вот, наш, это первое. Да, наш эфир подошел к концу, у нас осталось несколько минут всего, к сожалению. Мы, опять же, только соприкоснулись с этой темой. Просто вот, что бы вы могли пожелать нашим слушателям от себя буквально? Вот пару минут у нас осталось. Друзья мои, не там чисто, где убирают, а там, где не ссорят. Пожалуйста, если даже... вы скептически относитесь к вот этой информации, которую я проговорила. И если вы кушаете, но хотя бы определенные принципы включите в свою жизнь, не кушайте вы после 17-18, потому что уже слабенький огонь пищеварения, лежит эта яда в теле. Это первое. Не смешивайте с питьем. Вот вы попили, полчасика погуляйте перед тем, покушать, например. Увеличивайте количество живых продуктов. Обязательно хотя бы раз в неделю сделайте день без еды.
чистый день. Вы увидите результаты. И перед этим сделайте кружку эсмарха, чтобы кишечник был чистый, чтобы яды и токсины не пошли в кровь, в органы. Ну, вам будет легко, вы будете порхать в этот день без еды. А потом вам захочется увеличить дни без еды. Я вам всем желаю счастья. Будьте собой. Вы все такие уникальные. Что вам пожелать? Вы боги, вы мудрецы. Слушайте себя, свою вот эту глубинную тишину. Спасибо большое вам. Большое спасибо, Любовь, за беседу, за знакомство. И если у нас в дальнейшем будет интерес, возможно, я приглашу вас еще раз, и мы продолжим эту тему, потому что мы ее только-только чуть-чуть затронули. Большое вам спасибо за беседу. Всего вам хорошего. До свидания. Благодарю вас. До свидания.